Бывшего руководителя отдела строительства Уральска признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Чиновнику дали 11 лет колонии максимальной безопасности. По материалам следствия Арман Уксукбаев через посредника требовал огромную сумму от предпринимателя. Потребовал у директора ТО «Шалкарпромхолдинг» Нургалиева взятку в размере 170 миллионов тенге за победу в конкурсе ТО «Байлы» в государственных закупках по строительству двух многоквартирных домов. Ну и, соответственно, за подписание, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство в целом. Арману Уксукбаеву 46. Отдел строительства города он возглавил в 2020 году. По версии следствия, прошлой осенью чиновник через посредника вышел на предпринимателя и потребовал 170 миллионов тенге, 130 из них деньгами, и еще на 40 миллионов бизнесмен должен был приобрести для чиновника трактор. Расследование установило, что двумя траншами он получил 4 миллиона тенге, 3,5 из которых нашли у Уксукбаева при обыске. Суд признал его виновным и назначил 11 лет колонии. А посредника приговорили к 8 годам. Оба осужденных заявляли, что на них в ходе следствия оказывалось давление, и вину не признали. Я вашей честью согласен. Дело в том, что меня сейчас это осудили за то, чего я не совершил. Хорошо. Я не согласен с приговором.